Грозная Чечня, день третий. Черный пояс под дзюдо. Че, Али, ответишь за черный пояс под дзюдо? Конечно, ребят, я в последнее время очень много в Ютубе вижу, как люди сами себе дают пояса, и я вот решил, что я черный пояс под дзюдо. Поскольку забыл свой черный пояс по бразильскому джиу-джитсу дома. Ну вот, московская банда. Сердце чеченского джиу-джитсу. Арби, пока тебя нету, мы здесь, короче, тусуемся. Но мы ведем себя хорошо, мы помним, что мы в гостях. Сзади сражаются два черных пояса. Ну как тебе? Нормально. Спиной к мату сидеть нельзя, сколько говорить? Да. Всем привет, мы находимся в Беркуте. У меня тут небольшие проблемы. Али пытается обойти мой гард. Все окей. Ну нормально, его замучил, он устал. Ну да, разве что это. Точнее, мясом замучил. Точнее, он замучился меня туда-сюда крутить. Али, вы сейчас что больше хотите, баранины или говядины? Ой, а ты из них под какой критерий проходишь? Я бы оба съел. Почему тяжело дышать? Ты зарубался? Нет, мне кажется, я переел мясо. Да, за все эти дни. Как-то тяжеловато. Двигаться. Может, поедем, поедим? Тяжело. На северную. Хватит, а, есть, еще да, один хватит шашлык. О еде говорить. Хватит о еде. Не надо, прошу. Пойдем, прошу. Никакой еды больше. Позанимаемся лучше. Да. А правда, что ты вдохновился ценами в зале Беркут и решил сделать у себя в зале такие-то? Да, будем пересматривать ценовую политику обязательно. Потому что Беркут
переманиваю всех клиентов к себе в Грозный 2000-рублевыми абонементами и 200-рублевыми за разовую тренировку. Поэтому мы решили тоже демпинговать. Мы закончили тренировку. Ну как мы? Ребята закончили тренировку. Едем кушать. Слава богу, кушать я могу. Тренироваться нет, а кушать да. Центр космических полетов Чеченской Республики. Завтрак. Поздний завтрак. Как спалось? Отлично. Как всегда, отлично. Когда ты трудишься на благо, после этого спать очень хорошо бывает. Здорово. Вот большая компания. Али Магомедов все еще в Инстаграме, Телеграме или где-то там. Дауд Адаев в чечевичном суде. Ну, после Айрана нормально заходит, да? Мы здесь так много едим. Очень гостеприимный город.